Обсуждая современное православие, нам важно, чтобы лучше понимать его, обратить внимание на то, какие течения, какие тенденции существуют внутри православия. Мы рассмотрим три большие группы которые можно выделить в православии, такой православный фундаментализм, православный традиционализм и православный либерализм. Ну, фактически такие группы можно выделить в любом движении, такие группы можно выделить в любой христианской конфессии, и у протестантов можно найти и фундаменталистов, и традиционалистов, и либералов, но у каждой конфессии есть какие-то свои внутренние особенности, свои способы реализации этих явлений. Начнем мы с фундаментализма. Фундаментализм, по крайней мере, когда этот термин применяют по отношению к православию, это прежде всего движение, которое, ну, во-первых, подчеркивает важность традиции, подчеркивает важность прошлого, но еще и существеннейшая особенность фундаментализма заключается в том, что общество приоритетнее, чем личность. А, общество более важно, а общество, общие ценности, общие тенденции, общие интересы важнее, чем интересы отдельной личности или отдельного человека. А фундаментализм со, своей, со своим вниманием к традиции, к прошлому, а также к обществу в целом, он очень типичен для кризисных эпох. Когда начинается кризис, то люди становятся более фундаменталистскими, люди ищут какой-то фундамент, люди ищут что-то неизменное, не колеблющееся в состоянии изменяющейся, колеблющейся жизни. Помните, когда мы с вами обсуждали революцию и попытку построить после революции так называемую обновленческую церковь? Ну, с одной стороны, конечно, государство строило обновленческую церковь, и это была государственная политика, направленная на раскол. Но я говорил, до революции были обновленческие тенденции, было движение обновленцев, и потом те люди, которые были за обновление до революции, не пошли, ну, кстати, за исключением одного человека, не пошли в обновленческую церковь после революции, они вдруг после революции стали придерживаться гораздо более консервативной модели. С чем это связано? Общество быстро меняется. Чтобы противостоять этому изменению, чтобы найти якорь, люди пытаются цепляться за какие-то старые формы, возвеличивать, может быть, эти старые формы. И сейчас общество тоже у нас быстро меняется. Жизнь такая, что все процессы протекают чрезвычайно быстро. Поэтому и традиционализм, и фундаментализм в православии не удивительное явление. Но все-таки давайте посмотрим, какие, в каких формах он может проявляться. Первая из форм — это то, что можно назвать охранительным православием. Охранительное православие — это такое ощущение православия как какого-то неизменного православного мира. Это ощущение того, что до революции было некое идеальное состояние церкви, и наша задача как можно более полно сохранить то, что у нас было. Не потерять, не разрести, не предать. Но вот как оно было, во что верили, чему следовали, так все и было правильно. Вы знаете, что православная церковь, ну как вот и это яркое проявление охранительных тенденций, сохраняют старый еще дореволюционный календарь. Конечно, есть какая-то аргументация в пользу этого. Там, если перейти на новый календарь с Петровым постом, возникнут проблемы, какие-то дни богослужебные потеряются. Но на самом деле аргументация вторичная, первичная, просто это надо хранить, потому что это было всегда. Хранится церковно-славянский язык. Этот язык все менее и менее понятен для людей, но тем не менее он уже вот тысячу лет используется. И на другой язык многие не готовы перейти. Понятно, что когда человек вошел в православную жизнь, когда он привык к этому языку, для него это становится какой-то особой ценностью, и для него уже профанация просто веры пытаться говорить о вере на обычном разговорном повседневном языке. Но, тем не менее, это реально создает многие сложности, и хотя есть аргументация какая-то в пользу того, что это возвышенные стиль языка и благорастворение воздухов лучше звучит, чем хорошая погода, но все-таки Здесь особый акцент на традицию, так и в богословии. Вот старое богословие, дореволюционное богословие, оно часто пытается сохраниться, и какие-то новаторские идеи в богословии, или даже не новаторские, а попытка вернуться от дореволюционного богословия, богословия, пусть даже более древнему византийскому, здесь встречается с большим скрипом. Смотрите, мы дореволюционное богословие, ведь это богословие не совсем классическое восточное богословие. Мы с вами говорили довольно долго о так называемом западном пленении русской церкви, влиянии католических идей. Так вот, такая православно-католическая смесь, она многими хранится как неизменная подлинная православная истина. Не так, чтобы сильно много людей являются сторонниками вот такого охранительного движения в православии, но тем не менее среди людей воцерковленных, среди людей интересующихся православием это достаточно влиятельное движение. Как опасность этого движения мы можем с вами отметить, что здесь явно размываются границы между собственно церковным преданием между верой и между культурой. Календарь это культура или вера? А, вплоть до того, что а, просто в блоге один человек написал, что Христос пришел, чтобы дать нам новый календарь. И вот он... Понятно, что это смешно, понятно, что это неофициальная позиция православной церкви, но некоторые даже в это верят. То есть, где заканчивается христианство и начинается культура и как провести границу? когда речь заходит об охранительности, очень сложно. Сторонники охранительства чрезвычайно негативно относятся к всяким обновленческим тенденциям, попыткам реформировать благослужение, вести там русский язык или еще что-то, К всякому либеральному движению, естественно, они относятся чрезвычайно отрицательно и даже агрессивно, и к некоторым культурным явлениям тоже. Просто ж как пример, а вот таких вот представителей охранительного движения в православии можно назвать миссионерскую школу, созданную Даниилом Сысоевым. Это священник в 2009 году убитый. Но была им создана миссионерская школа. И вот когда ученики этой школы, последователи этой школы, они так достаточно активно себя проявляют. Есть такое движение «Божья воля НТО», если кто-то новости э, смотрит, который то кого-то водой обливает, то кого-то бьет, то какие-то концерты срывает, то еще что-то. Э, и все время ругается с другими православными. И он, и другие ругают остальных православных богословов. Вот это вот э, одна из проявлений такого фундаменталистского охранительства в православии более яркое проявление фундаменталистских тенденций более может быть такое далекое от собственной веры но тем не менее процветающее в православии это то что можно назвать таким националистическим православием мы уже говорили о том, что православие тесно связано с национализмом, и православие для многих выступает как некая национальная самоидентификация. И здесь особую роль играет представление об особой миссии русского народа. Вы помните, Москва, Третий Рим, Четвертому Риму не бывает, и раз Москва, Третий Рим, то не просто у православной церкви, не просто у христианской веры, но именно у русского народа, у русского православия есть какая-то особая вселенская миссия. И поэтому а, здесь, может быть, не уделяется какого-то внимания вопросам греховности, праведности в обыденном смысле, потому как греховность и праведность – это вот то, что то есть греховность ⁇ это то, что есть у других, а то, что собственно, в самом православии, в русском православии, в русском движении, это все хорошо, правильно и так и должно быть. Для националистического православия очень типичная мифологизация истории. Так как мы возвеличиваем Русь, так как мы возвеличиваем русское православие, то не только сегодняшнее состояние, история должна быть какой-то особо великой. И когда речь идет о мифологизации истории, самыми мифологизируемыми фигурами оказываются такие сильные политические деятели. Поэтому здесь многие считают святыми Иоанна Грозного, Здесь есть особое внимание там, к святости Николая II и иногда говорят предтечи Николая II Григория Распутина». Здесь многие говорят о святости там, или о каком-то особой церковной роли Иосифа Сталина. Здесь чрезвычайно большой популярностью пользуются какие-то герои типа Чапаева. А, например, знаете, что Чапаев родился таким маленьким, что мама его после рождения купала в кружке. Но потом он подрос и начал строить храмы. И вот бывает, строит, строит, храм сорвется, с не упадет на землю, отряхнется и обратно лезет на колокольню, чтобы строить храм. А потом случилась революция и началась гражданская война, и как истинный православный человек, Чапаев, конечно же, присоединился к Красной Армии, потому что истинный православный человек Россию должен защищать от всех врагов. Но на мировом же домосонском конгрессе во Франции было принято решение его убить, и его убили. Вот это одна из легенд, рассказываемых в этой среде. Ну, кто, кто может быть постарше помнит певца Талькова, да, который тоже вот из-за заговора был истреблен и так далее. В общем, тут много вот таких вот героев и много вот таких вот историй. Но важно понять вот эту вот ценность России, во-первых. Во-вторых, важно понять ощущение кольца врагов, которые вокруг России, которые что-то с Россией пытаются сделать. И вот такое апокалиптичное немного настроение. И здесь очень любимое выражение, это вот как раз жидомасонский заговор. Потому что есть жидомасонский заговор против России. Постоянные козни против России совершаются. И вот всякие жидобандеровцы против России выступают. И то, что происходит сейчас в Украине и все остальное, это тоже оценивается именно религиозным образом. Это все оценивается вот с такой православно-националистической позиции. Понятно, что при таком подходе, все, которые не православные, они достаточно естественно попадают в категорию врагов. И всевозможные секты, там баптисты или даже католики, ну которые, конечно же, не за Руси, не за православие, автоматически воспринимаются как слуги антихриста. Поэтому, если к вам православные относятся плохо, ну, не, не, нечего здесь удивляться, но как же они должны хорошо к слугам Антихриста относиться, которые вот пытаются расслушать последний оплот а, на его пути. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminarii.com. И любопытно, что вот такое в националистическом православии э, достаточно легко и естественно возникает дружба э, с коммунистами, например, и, э, хотя вроде бы ценности разные, да. Должны были бы быть. Но на самом деле ценность же не Бог, ценность здесь нация, здесь ценность сильное государство. Поэтому дружба с коммунистами, с другими какими-то общественно-политическими организациями здесь очень типична борьба против демократии, как чуждого для нас явления, против глобализации, против вообще каких-то культурных преобразований. И националистическое православие, это прежде всего встречается, проявляется ярко в форме всевозможных там, православных братств, казаческих организаций, всевозможных монархических движений и так далее. Но ну, это, это активная часть. Но с другой стороны, что касается пассивной части, поговорите, очень много людей как раз в нашей стране сейчас заражены вот такой националистическо-православной, где-то вот очень ксенофобской идеологией. Поэтому это ну, достаточно важное, существенная, хотя, может быть, и не самое приятное, значит, с нашей точки зрения, часть православия. И иногда вот этот вот православный фундаментализм принимает какие-то еще более крайние формы, формы уже маргинальные, формы уже где-то вот непонятные, можно ли об этом говорить вообще как о православии, причем даже внутри православия уже не знают, можно ли это называть православием. И здесь особо ярко проявляется в этих оригинальных формах борьба против ННН, против штрих-кодов, против паспортов, где во всем этом видят печать антихриста. Здесь распространены старчество, есть какие-то особые старцы с особым видением. Здесь начинается критика московской патриархии за излишний экуменизм и за какие-то связи, заигрывания с католиками, еще с чем-то. Здесь почтение Николаю II доходит до такой степени, что Николая II начинают называть соискупителем вместе с Иисусом Христом. Здесь какая логика? Николай II, он же царь, как царь, он помазанный на царство. Это помазанник по-гречески Христос. Так что вот был Христос, который умер за грехи людей, и был Николай II, как новый помазанник, новый Христос, умерший за грехи России и тем самым своей смертью России искупивший. Поэтому специально есть чины покаяния за убийство царской семьи и так далее. Это уже осуждается московской патриархией. Ну и эта группа людей тоже осуждает московскую патриархию. Но где-то вот на границах православия, на периферии, вот такое вот движение постоянно присутствует. Так что вот первое явление в православии и достаточно массовое, и достаточно влиятельное, и достаточно шумное – это православный фундаментализм. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.